Эй, всем привет! Ну что, ребята, у нас сегодня третья серия по партизанам. Короче, у нас тут вылазка, сейчас будет миссия. О, пробная вылазка, короче, называется. Так, назначить. Я так понимаю, они все уже назначены. Давай сюда. Да, я уверен. Так. Я, короче, снял с него МП-шку, потому что патронов типа на нее нету. Я не понимаю, почему у него... А как долго оно проходит? Вот мне просто интересно, кто играл в эту игру, тот, наверное, должен знать. Я хотел бы увидеть комментарий от людей, знающих, скажем так. Подожди, вот эти патроны, вот. Ну что? Информация. Людер МП-40, слушай. Ну их мало у меня, слушай, только 12. Я не думаю, что оно того стоит. Давай посмотрю навыки сначала. Так. Что ты даешь? Увеличивает скорость переноски трупов. Не особо интересно. Тоже не интересно. Увеличивает вместимость вещмешка. Так. Ну вот это, кстати, выглядит интересно. А вот это вот что? Бросок ножа 2. Ну давай, слушай. Буду дальше ножи метать. Цель нашей первой диверсии — танк. Он находится на территории мастерской и хорошо охраняется. Угу. Идти через ворота нельзя. За ними открытое место, и будем у фашистов как на ладони. Незаметно проникнуть на территорию можно через пролом в дальней части стены. Еще на брешу цистерны. Охраны там должно быть поменьше, но и до танка идти будет дольше. Так... Ну, наверное, тогда обходим, слушай. Чё это за челик? Ну, это явно полицай. Опять по кустам. Ты кто? Ну, это тоже, наверное, какой-то полицай. Не, слушай, ну, повязки у меня там белой не видно. Так, а что если мы обойдем вот здесь справа? Собака, если что, что нас не залает. Всем пригнуться. Тихо. Угу. Уберу его тихо. Давай-ка я тебя быстренько еще уберу отсюда вот так вот. Ура! Я понял. Неудачная попытка. Так, угу. Бывает, бывает. Я экспериментирую. Скверно. А? Давай, как игра нам советует. Заметили. Те с этой вышки нас заметят, по идее... Даже не знаю, но вроде никого внутри не просматривается. Осторожно. Так. Вот здесь осторожно. Давайте вы на прикрытии, в кусты пока. Угу. Так, эти тут хугаля дают. Так, давай опять же F5. Попробую этого снять. Я не знаю, спохватятся они, не спохватятся. Прокрадусь потихоньку. Долго мне еще прятаться? Давай на всякий случай сюда встанешь. Спокойно. Давай, 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 быстро, 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 хватай его.
Эти быки вроде пока нас не видят. Все. Скидываем. Скидывай. А, забирай нож. Мне еще пригодится. Давай сейф. Я не знаю, ну по идее они должны спохватиться. Уберу его тихо. О, за мной. Этот был последний. И что, никто ничего? Серьезно? То есть тут такое прям небольшое расстояние, и никто, блин, не слышал выстрела. Ну давай, скинь его тут пока. Это, конечно, немного тупо. Не торопимся. Взять все. Ножик свой подбери, пожалуйста. Это мое. Так, прибежал один. И вот, интересно, что будет? Поднимется тревога, прибегут сюда люди или что? Я еще здесь. Не подведи. С этим все. Блять. Смерть фашистам. Осторожно. Ой, понеслась доваруха. Забери нож, блять. Я верно. Слушай, нет, они потихоньку сюда подбегают, но. Ну, вроде их так вытягиваем по одному. Давай, тоже сюда его складируй. Слушаю. Взять все, перезарядись. Подожди. Ты тоже перезарядись. Слушаю. Я не знаю, но я сохранюсь. Давай этого гада тоже сюда. У нас тут склад, блин, короче, трупов. Давай, родной. Не подведи. Все, выкидывай. Сишки. Ну, сишки тоже неплохо. Так, я сейчас немного опасно рискованно его тяну, но... Там, мне кажется, нагмаз. Наши не пострадали. Тревога не поднялась. Какого-то лютого подкрепления не прибежало. А, так, никого из них побрать мы не можем, да? Здесь, наверное, взлом. Ну, слушай, я не знаю, может быть, как-то взлом качается или... Блять. Короче, давай сейф. Пошли сюда, сходим. Так, ну здесь типа можно спрятаться, как в туалете, да? Всем пригнуться. Так, и он что, и будет здесь стоять? Сейчас на постоянке? Открытие быстро. Смерть. Эть, хреново, хреново. Давай. Загрузить. Вот этот последний сейф. Ну мы-то спокойны, блин. Давай-ка ты, слышишь? Угу. Друзья мои, комрады, переходите сюда. Поручите мне что-нибудь. Так, ну этот дурак пока еще там стоять будет. Давай-ка ты обойдешь с этой стороны. По идее, из кустов он тебя видеть не должен.
Тоже постараюсь его там ножичком этим убрать. А расстояние-то большое. Блин, и что теперь? Не будет же он там вечно сидеть, слушай. Посидит там немножко сейчас. Покумарит. Миссия вроде по времени не ограничена. Ах, обзор у тебя такой? Ага. Тихо. Так. Ну вот он пошел своей дорогой. Что внутри? Внутри там два ремонтника. Так, ну ладно, что, не спешим, действуем в аккурат, да? Тихо. Зорин. Ну, этому пацану, короче, ему все, он уже не жилец. Сюда бы пулеметную роту. Сейчас он постоит там, поцелит себе. Лови, гад. Когда же вы закончитесь? Давай, со мной пойдешь. Все, давай, полежи тут. А, ножик забери. Вперед. О, у тебя винтовочка. И меднабор. Ну, слушай, неплохо, неплохо. А? Слушай, у тебя что, тоже какая-то контузия появилась? Травму? Не, слушай, у него раздробленная рука. Так, ну стрелять ты, наверное, не можешь, да? Не, слушай, наверное, может. Просто ружье, наверное, уже приходит в негодность, да? Я даже не знаю, как это. Подожди, информация. Иж пятый. Так. Информация, ружье. Передать информация, сравнить, разрядить. Я не знаю, почему на красном подсвечено. Ладно, этого жмха, короче, мы убрали. Да, вроде как никто больше не ходит. Давай, короче, Дорин, ты идешь. Ох, боже мой. Идите сюда, братва. Командир. Все. Идите все. Опять по кустам ползать. Давайте как-нибудь поаккуратнее, что ли. Сейвик. Так. Опа, 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 опа. Смотри. Ясно, я понял. Метать так ножи не стоит. Ну зато мы это знаем. Только, наверное, когда он отвернется, получается, так? Я не знаю, как долго он тут отворачивается. Как долго он вообще сюда смотреть будет. Угу. Ну, давай сюда пока шмагану. Так, и что мне это даст? А что внутри там? Не совсем видно, но мне кажется, там пусто, там никого нету для этого помещения. Ну, тогда получается, мне надо внутрь проскакивать. Так, нет, смотри, все-таки один есть там. Не подведи. Этот готов. Так.
У нас, походу, назревают неприятности. Так, ну, обнаружил он труп. Сейчас такой побегает, поищет, типа, нас. Обшмонать бы. Обшмонать? Так, мне просто интересно посмотреть, что будет. Ну, типа, 20 секунд бегают, ищут. Но мы вроде как не на открытой местности, просто так сидим. Каких-то особо прям здесь они не предпринимают. Так, ну ножа у меня типа больше нету. Нет, слушай, есть один. Даже два еще в запасе. Я не знаю, можно ли их бросать тут так. Не торопимся. Подожди-ка. А, В. Давай, пойдешь сюда. Полежишь немного в кустиках, отдохнешь. Подумаешь. Так, сейф. Так, ножом, пожалуйста, его. Можно ножом его, пожалуйста? Немножко того. Я немного не понимаю, так. Слушай, я тебе по старинке, наверное. Я тут подберу кое-что, если ты не возражаешь. Моё. Слыхали, у вас хорошо воюете? Это типа он на нашей стороне получается или что? Так, держи. Взять все. Ладно, сейф. Ну да, его вроде нельзя убить. Ладно, его походу даже нацисты заставили так работать. Я бы на самом деле все-таки глушанул бы его. Давай тут осмотрюсь пока. Есть такая возможность. Взять все. Так. Осторожно. Да, кому нужна эта осторожность? Забей. Вот этого, конечно, блин, дурня бы снять. Но к этому постоянно ходит. Так, а куда этот отходит? Он куда-то туда ходит, к воротам. Можно, короче, сейчас попробовать его снять. Мне кажется, это должно помочь. Типа сейчас по кругу вот так вот, короче, навернем. Мне интересно одним чуваком проходить пока что. Не знаю, типа аккуратненько, там с ножичком, все дела. Ага, подожди, кстати, я помню, где-то здесь еще были вражины. Угу. Так, ну тут я не просочусь никак. Слушай, надо, короче, или Санька качать, или что, блин. Ладно, короче, там идти не варит. Так, инвентарь, эффекты, навыки. Давай гляну, что у тебя по навыкам. Увеличивай скорость переноски трупов.
Тяжелое увеличивает точность при себе из пулеметов и стационарного оружия. Игнорировать эффекты от легких травм. Неплохо. Так, ну, злодим у нас вроде как скрытник, так что... Ладно. Пистолет-пулемет давай тебе выдадим. Короче, будешь у нас пистолет-пулеметчиком. Дурень, блядь, куда пошел? Я же был осторожен. Дурень, блядь, сиди в кустах. Чуть всю операцию не сорвал. Жалко, что метательное оружие только у тебя одного. Не шуметь. Дай попробую в ангар сходить и там что-нибудь разузнать. Как дела обстоят. Так, ну слышишь, здесь типа только один чувак и один ремонтник. Давай аккуратно. Ну да, короче, чуваки типа вроде русских. Насильно их тут заставляют работать. Не шуметь. Типа или работай, или умри. Угу. Так. Так, 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 я даже не знаю. Давай-ка ты, Дорин, сходишь сюда. Давай сейванусь. Тут видел, какой-то чувак ремонтирует там что-то. Так, ну это вроде как свой. А, подожди. Ну вот, отбери, пожалуйста, ящик. Ну, бухлишка, бутылка привлекает внимание, противник обязательно подойдет, чтобы проверить все содержимое. Окей, я понял. Что, братан, я тут покопаюсь еще немного. Слушай, может эти травмы их как-то лечить надо особым способом? Ребят, серьезно, ваша поддержка в комментариях, она была бы очень крайне полезна. Потому что аспектов всей игры я не знаю еще. Здесь. Братан, тут патрушки, я тебя конфискую, если не против. Так, а здесь, короче, замок, но я его вскрыть не могу. Так, там вроде я копался. Так, ну давай в обход. Так, мне бы тут снять бы одного чувака, который постоянно сюда ходит. Я, правда, его не вижу. Всем пригнуться. Ага. Так, ну с той стороны его рискованно снимать. Если только я его не подкараулю вот тут. Когда он в следующий раз подойдет. И сниму его с ножичка. Давай сюда. Аккурат. Сейф. Не понял, подожди. А, картина там сказала, что это стекло. Так ты ж не выходишь никуда наружу. Так, F.
Ну все, короче, сейчас сижу, жду, пока он приковыляет сюда. Просто будет потом проще их разматывать, этих немцев у танков. Сейчас улажу. Все. Сюда. И ты пойдешь со мной. Так, сейф. Хоть меня никто не видит, никто не агрится. Все, давай, скидывай его. Забирай свой нож. Спасибо, что подержал. Я думал, он не против был подержать, да? Так, итого, что мы имеем? Один противник, два, три, четыре. Этого можно обойти, наверное, с этой стороны. И тоже его там метательным оружием снять. Но тут-то придется быстро круг, наверное, уносить. Потому что мне этот, типа, наверное, запалит. Ну, получается, что так. В принципе, можно, наверное, вот так вот, не стесняясь, идти. Не попадать ему в зоне видимости. Блин, слушай, ну меня этот тогда может запалить. Этот чувак, типа, он вообще не отворачивается. Можно, короче, слушай, нафиг нам втихую, можно, короче, попробовать перестрелять. В принципе, 1, 2, 3, 4, 5. Если грамотные позиции со всех сторон занять, то... Опа, опа, опа. А, эфочка. Не подведи. Сколько ж можно? Давай, давай, пока никто не видит. Вот прямо вот сюда. Давай здесь полежишь. Ну слушай, он мне облегчил задачу. Это мое. Не торопимся. Так, ему уже скоро складировать ничего не сможем. Надо будет что-то потом нашим комрадам раздавать. Так, ну сейф, конечно же. Так. Ну это типа свой, по идее его можно не трогать. Ладно. Ну тогда придется с этим разобраться. Это в план не входило. Надо меньше пить. Да, братан, блять, надо тебе отсюда сваливать. Я не знаю, он запалит, не запалит. Лови, гад. Ну, давай ты его под... Ладно. Опасная рана. Ладно, 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 ладно. Значится. Нужно что-то с вами думать. Типа, может, когда этот уйдет. Ладно, не спешим. Успеем, как говорится. В принципе, нету ничего такого в этой миссии сверхсложного. Просто все постепенно надо делать, я не знаю. Там пошел одного, убил, унес. Тут пошел одного, убил, унес. Братан, сделай одолжение, свали нахрен. Примите с этого куста. Давайте с этого куста убью, потому что отсюда хотя бы метнуть можно. Ну все, короче, отсюда я тебя приговариваю, потом уношу отсюда. Тоже куда-нибудь кусики приляжу к своим собратьям. Подождем, ничего, игра такая неспешная, по идее. Конечно, смотря как проходишь его, можно, конечно, тут, наверное, прям
Выбежал там с ППШ всех, перестрелял там, гранаты закидал. Но мы скрытные, мы типа диверсанты, все дела. Давай, братан, топай сюда. Тебя одного ждем. Тем ютубом. Все. Лови. Хова. Все, пошли. Кидай это тело сюда. Моя верная финка. Так. Слушай, давай Саньку я винтовочку отдам. Наш далеко. Танек. Не засекут. Топай сюда. Да еще сюда давай топай. Так. Инвентарь. Не торопимся. Даешь Саньку, короче. И патроны, наверное, да? Я справлюсь. Потому что, по идее, немецкий этот... информация. Винтовка... Подожди, винтовка Мосина у немцев. Окей. Держи Мосинку. Так. Ну ладно, это на второй слот. А, так, вот эти патроны тебе, наверное, не нужны, да? Пистолетные. Отдай, пожалуйста, командиру. Держи, короче, Санек, вот эти патроны. Зарядишь, короче. Вот тоже я держу вот этих патронов. Не, подожди. Информация. 7.62 винтовочный. А вот это? Почему, подожди, у них иконка разная. Так. Средств винтовочный патрон. 7.62 винтовочный. Окей. И это? Нет, 7.92 это вот на немецкие снайперские винтовки, да? У нас советская, так что... Это вот тебе нужно вот эти патроны, да? Персонаж далеко. Ну давай, родненький, тоже подходи сюда. Не стесняйся. Так. Что мне делать? Молодой человек, передайте, пожалуйста, старшему патроны. Ага. Так. Держите, потаскайте, короче, всяких ништяков. Командир тут пока отберет немного. Только бы не заметили. Все, отлично. Давай сейф. Давай идем этого снимаем, гада. Да, надо было по-другому действовать. Это еще там вырывается что-то. Патроны закончились. Угу. Так, и что с тобой делать? А что ж делать? Обходить? Снимать того? Так, Санёк, перезаряди, пожалуйста, свою волыну. Так. Ну, конечно, патронов у тебя немного, но... Может, каких вылазок потом добудем. Будем посмотреть. Всем пригнуться. Так, ну это свой. Его можно не трогать. Так, ты ж меня, гад, не заметишь. Давай, короче, я подожду, пока он там начнет ковыряться в деталях, запчастях. Потом этого чипну. Давай, сваливай отсюда. Угу. Красавец. Давай, пошли со мной. Приляжешь. Вместе со своим собратом. По несчастью. Так. Не торопимся. О, слушай, у тебя ключик был. Интересный. А давай-ка я твоим ключиком открою одну дверку. Интересную. Просто интересно, что там.
Ну, понятное дело, что они штеки какие-нибудь, да? Так, не-не-не, давай, так, открывай. О, винтовочные патроны. Это ж вроде который Саньку надо, да? Подожди, давай-ка ты двери, блин, прикроешь для начала. Блять, ты можешь просто обобрать то, что я тебя прошу обобрать. Все, так, бочонок. Ну, бочонки сахар. Так, ну потом я, короче, Саньку эти патроны передам. Опять по кустам ползать. Ну, что хочешь. И мы такие, жизнь такая. Ну, кстати, Тачилу можно было бы и угнать. Если мы уж тут всех так перебили. Ну, это все хитрые, они друг друга палят. Так, тут ящик еще какой-то. Давайте, двигайте жопами. Ну ты двигай жопой. Братва, из чего у вас тут только двое осталось? Сейчас у вас не мое это прятаться. Так, давай, стяни его сюда, я уже смысла не вижу, вот, таскать куда-то дальше. Действуем. Возьми все. Ну и последнего. Тише, шаг. Давай, подходи, он сейчас все равно, наверное, тупись. У танка будет. Уберу его тихо. Все. Ножик сюда. Ну, Станюк, качнулся. Моё. Слушаю. Здесь все. Ну, вроде все взял, слушай. А что там у тебя говоришь за ящик такой интересный? Я вроде не смотрел его. Ну, это вот-вот все нашему Саньку, короче. Все, братва, давайте сюда, короче, бегите. Сейчас будем немного лут распределять. Так, Санек. Так, подожди. Держи патроны свои. Персонаж далеко. Ну давай, подходи, блин. Держи патроны свои. Держи немного медицины тебе тоже. Ага. Ладно. Будешь так хиляться. Слушай, а как... Как разделить по одной, там, я не знаю. Разделить. А, еще давай разделю. Ну, чтобы по одной чисто было у каждого, так, для галочки. Вот так. И хилочку себе возьми, пожалуйста. Так, ну, Санёк, держи нож, наверное. Все, отлично. Мы все распределили. Санёк, перезаряди, пожалуйста, винтовку свою. Слушай, она у тебя тоже, походу, убитая, да, какая-то? Давай навыки. Поручите мне что-нибудь. Повышает противника низкого ранга, полицаев. А. Окей. Противник будет смотреть на Санька. Увеличение количества восстанавливаемого здоровья при использовании медикаментов. Неплохая особенность. Оружие. Тебе оружие, что ли, давать?
винтовки. Ну слушай, это явно, наверное, не твое. Ну я не знаю, но делать из него кого-то отвлекалу. Я не знаю, если он будет хилять других. Если он только будет хилять других, только так, наверное. Так, ну мы тут вроде все осмотрели. Слушай, давай. Короче, сходим, может, этих развалим еще. Не шуметь. Так, пардончик. Спокойно. Так, сейчас наведаемся к этому чуваку. Братан, закурить есть? Что-то, блядь, тебя не забудет. Закурить у него не оказалось. Зато что-то оказалось в клубе интересное. Слушайте, давайте Санек, как самый младший, самый крепкий, самый здоровый, короче, потягает вот эту вот всю дребедень. Страшновато. Да, не сы. Чё собака вот эта вот? Давай, типа, Санек такой. Надеюсь, не заподозрят. На спокойных щах. Подойдет. Особые зоны контроля. И на там будет сейчас особые зоны, где враги могут бросить внимание Санька, пока он использует маскировку. Старайся выводить его из этих зон как можно скорее. Ага. Я понял. Короче, ну, как бы мне хочется завершить эту миссию уже до конца. Но серия уже как-то немножко подзатянулась, уж извините, но пора заканчивать. Вот, спасибо вам за просмотр. Ребята, лайкосите, подписка. Завершим миссию в следующей серии. Всем пока.